А, лечебница. Да, несколько лет назад Лесли здесь лечился. Он пришел сюда, думая, что здесь будет в безопасности. Вы знаете, где мы? Впереди лечебница, которой заведует мой брат. Он нас впустит. Вы не ответили на вопрос. Если честно, я не знаю. Может быть, я схожу с ума, а вы просто галлюцинация. Но я еще не дошел до того состояния, когда смогу бросить своего пациента. Вы, как служитель закона, должны мне помочь. Надеюсь, его брат не такой придурок. Согласен. Так, ребят, всем ку. Так, удерживать пробел. Не бросайте меня. Да не бросай, не ссы. Все хорошо. Так, а что у нас тут? Давайте смотреть, давайте вспоминать. Потому что в каждых играх разное управление, и надо терять. Так, вот, дробовик. А мы вроде получили с вами нормальный дробовик, так что... Так, ага, это мы сможем прокачаться. Так, давайте, наверное, мы... Так, стой. Так, майору сегодня... А, майору сегодня чуть не убили. А, майору. Ё-моё, майору, да. В неё выстрелили подозреваемый. Ага, окей. Ну, надеюсь, с майором все хорошо. Так, давайте зайдем сейчас... Немножечко прокачаемся, наверное, в этот, как его... Так, доктор, а ты куда? Немножечко прокачаемся, заберем с вами такие потрошки. Бонжур. Бонжур, слышь, мадама, погоди, что это? Что там было, пробел? Отдай, хочу. Ладно, давай сходим, заберем потрошки. А где только потрошки? Слышь, алло, напомни, где... Где были потрошки? А, вот тут потрошки, да, вроде были? Или нет, или да? Да, вот тут они были. Ага, у нас даже ключик вроде есть один, отлично. Давай, наверное, заберем патроны. А, патроны нам нельзя забрать, да? Хорошо, давай откроем. Во! А вот это уже вкусненько. Не-не-не, перезаряди. Перезаряди, да. Все. Отлично. И пошли теперь прокачаем нашу выносливость, наверное. В принципе, по здоровью нормально, а вот выносливость бы я покачнул бы. И плюс еще надо, наверное, количество патрон больше сделать. Потому что что-то маловастенько всего. Ну, то есть запас максимум 4, а здесь максимум... Максимум 15. Нужно будет дробовик, наверное, качнуть. Хотя сейчас посмотрим. А можно немножечко быстрее как-то идти? Не? Так, что это? Давай заберем. Пропал доктор. Окей. Попробуем его найти. Так, открывай. Во, молодец. И пошли. Во, 8800, отлично. Так, что мы сделаем? Максимальное ускорение, 6000. Здоровье. Не, давайте, наверное, на ускорение, да? Так, запас, а потом запас. Патроны для дробовика 2000. Во, 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 да. Давай, наверное... Да... И запас патрон для дробовика. Во, 800. И спички. Спички 500. Блин, не знаю. Надо спички, а не надо. Ну, ладно, пусть будет. Все, хорошо, отлично. Окей, пошли. Все, идем сохраняться. И пошли отсюда. Только не могу понять, а где мы находимся? Ну, то есть это наши глюки или, или типа что? Так, сохранить пробел не могу. Ага, почему? И выйти не могу. Я, наверное, должен с этой... С медсестрой поговорить, да? Алло? Где ты? Поговори со мной.
потому что я выйти не могу. А где медсестра? Так, пробел. А можно ли мне... Можно ли мне забрать патроны, или я все уже забрал? Окей, давай посмотрим по поводу пехоля. Ага, не могу зарядить. Хорошо. Не, я в принципе не против, что мы так медленно идем. Чем медленнее мы идем, тем больше серий я запишу. Но как бы хотелось, чтобы это все... Ой. Смотреть. Во, это карта. Это карта. Понял. Прикольно. Спасибо. Спасибо большое, да. Это карта, говорит. А тут, наверное, у нас закрыто, да? Да, тут закрыто. Ну и ладушки. Зато мы узнали, что это карта. Пробел, сохраниться. Я не могу сохраниться. А почему? Почему я не могу сохраниться? Крыса, что не так? Так, что у нас тут ждет? Или ничего нас тут не ждет? Да не, вроде ничего не ждет. Стопэ. Что-то я увидел. А ну. Подобрать. О, фрагмент. Это карты, да, наверное, фрагмент? По-любому. Так. Тут я открыть не могу. Ага. Нет, а вот никуда, и мадама. Нет. А куда? Алло, куда? Нет, нет, нет. Не туда, нет. Да, хорошо, хорошо. А куда? Нет, нет, не туда, нет. Привет. Столько новых пациентов, и никто не выписывается. Согласен. А ты не хочешь меня выпустить, не? Слышь, а что у тебя? Что у тебя с ногами? Ля... Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите меня. Ага, прикольненько. Хорошо, 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 хорошо. Да хорошо. 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 У вас скверный вид. Берегите себя. Что это было? Ну все, 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 не очкуй. Давай сохраняться. Окей, принять, шикарно. Все, пошли. Нас там доктор ждет. О, это было стрёмно. Найти моего пациента Лесли. Да, 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 найдем. Пошли отсюда. Блин, он так аккуратно эту дверку открывает. Аж бесит. Так, подобрать бутылку. Не, бутылку подбирать не буду. Слышь, доктор, где твой брат или кто там? Или Лесли, или кого? Ты чего? Фу, испугала. Падла. А я чуть не заматюкался. Так, что у нас тут есть? У нас тут детальки, хорошо. Блять, забуду как это. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Так. А если я тебя в жбан мэкну? А как тут болты делать? Я так и не понял, конечно. Так, сделать болт. На Ctrl, да? Ага. Переключаться эрочка. Ага, вот она что. Понял, понял. Все, теперь разобрался. Так, идем, доктор. Идем. Тут вроде ничего нету.
Тут вроде ничего нету. Ага. Панночка с мозгами. Спасите! Спасите! Да что такое с этим парнем? Стой, придурок. Остановись. Да не забуду, заходи. Ну куда оно делось? Куда оно делось, ты мне скажи. Так, берем дробовик. Бутылочка мне не нужна. Здесь вроде закрыто, да. Так, спички. Он пошел туда. Думаешь? Как ты догадался? Так, привет. Надо идти. А я, по-твоему, что делаю? Так, побежали. Это, наверное, сейчас будет мега-босс, да, какой-то? Контрольная точка, ага. Так, максимум патронов, блин. Маловастенько мне все равно этих патронов. Так, здесь бутылку, да, я могу подобрать, пишет Илиша. Подобрать, да. Не, бутылка мне не нужна. Спасите, Лесли, спасите, спасите. О, слава богу, это я, доктор Хименес. Успокойся. Док, подождите. Кажется, кто-то идет. Ой. Бонжур. Здесь что-то есть. Успокойся. О, ах ты, падла. Ах ты, падла, быстрее дробовик, пожалуйста, в руки. Что-то страшное. Да? Отстань, пожалуйста, от меня. Отстань, пожалуйста, от меня. Бояться нечего. Ля, это как кровосос в сталкере, его не видно. Это реально кровосос в сталкере, помните, был? Здесь смертельно опасно. Неужели тут нет безопасных мест? Я думаю, похоже на то. Так, а ты можешь из рук не убирать этот, как его... Не могу выбраться. Не могу выбраться. Дробовик. Да сейчас, погоди, оно горит, я ж не могу. Не могу убежать. Не могу убежать. Погнюйте. Падла, убежать он не может. Лестница исчезла. Похоже, мы сходим с ума одновременно. Сходим с ума. 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 О боже. Нет. Рувик. Рувик. Это ты. Лесли. Да кто ты такой? Нет. Не ходите за ним. Угу, понял. Что за... Тебе же сказали, не ходи за ним. Ладно, пошли. Доктор? Лесли? Рувик? Блять. Так, это не я, ребят, так что... Так что сори. Так, Рувик. Ага, понятненько. Ладно. Побежали. Ой, ё-моё, убегай, убегай, убегай. Ну, Рувик, ну, падла, ну я тебя найду. Что здесь происходит? Ну, если бы я знал бы. Так. Давай выбираться, да? Отсюда. Так, что это торчит? Оно что-то мигает. Ага, это болт, да? Ну, алло, отдай. Гарпун. Мощный гарпун для арбалета агония, который пронзает врагов насквозь. Да ты шуля, мы опасные. Мы сейчас как Джон Рэмбо будем. Так, отлично.
А, наверное, эту штуку надо, чтобы воду спустить, да? Ну да. Так, а сюда как мне забраться? Наверное, как-то сюда. Ой, ё-моё, беги! Что это было? Блин, что это было? Так, Рувик, падла. Ага, это значит, сейчас тут будет какой-то мегабосс по-любому, да? На нас охотится. Так, а здесь что? Все, не больше ничего. Тут только патрошки для пистолета. Да, это печалька. Ну, не зря ж, наверное, эта ловушка тут сделана. Наверное, сейчас на нас будет какой-то монстр бежать. По-любому. Так, наверх можно подняться. А сюда... Ага, и сюда можно подняться. Обезвредить сможем? Нет, не сможем. Значит, сможем просто пройти. Хорошо. Ага, здорово, Рувик. Ага, вот про что я говорил. Ну, сейчас... Сейчас будем с вами от монстров, да, отбиваться? О, здорово, Боротюня, ты куда лезешь? Боеприпасов нет. Думаешь? Так, Арчи, попадай. Ой, ё-моё. До побачення. Нет, 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 нет. Хэштег Арчи живи. Давай, побежали. Ой-ё, а ты что тут делаешь? А ты что тут делаешь? Скажи мне, пожалуйста. Так. Ага, стой. Нет, 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 нет. Нет, 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 это мне не надо. Все. Да он достал, бля. Алло, 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 ты куда? Ну все, 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 лежи, отдыхай. А, ты еще живая? Ты еще живая, да? Так, а можно тебя сжечь? Все, хорошо. Сейчас давайте пособираем. Наверное, сейчас используем аптечку по полной, чтобы зарядиться энергией. Во, отлично. Давайте собирать жижку. О, еще 2700. Нормально, 3200. Да. Вообще. Так, пончик, давай, гори. Патрошки для дробовика у нас нету, да? Гранатка зато есть. Ну, гранатку пока использовать не будем. Блин, хорошо, что здесь бомба вот эта вот стояла. Так, а ты кто? Ага, окей. Ну, допустим. Блин, 6 патронов. А где у меня здесь... А где у меня здесь лежали патрошки? Вроде бы где-то здесь, да, были? Сейчас нужно будет забрать. Так, а что я это палю? А, или это просто подпалить? Так, вот патрошки есть, хорошо. Это мы разбиваем и... Стой. И пойдем заберем с вами еще одни. По-моему, где-то здесь были они. Да, ой, все-все. Все, отлично. А сюда мы не пройдем, правильно я понимаю? А не, пройдем. Давайте посмотрим, что у нас тут.
А, ничего у нас тут не находится, это то же самое. Ладно, тогда побежали туда, где нам дверку открыли. Нет, 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 пожалуйста, не надо. Говорится, нет, 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 пожалуйста, не надо. Так, побежали. Хорошо, контрольная точка. Ну, Рувик, падла, но я тебя найду. Неужели мы просто так сейчас пройдем, и на нас никто нападать не будет? Угу, закрыто. Так, вот ты, да, сейчас, наверное, встанешь? Так, потрошки, хорошо. А потрошки нашел, были на дробовик? А потрошков нету. Ладно. Ты издеваешься? Алло, алло, ты чего? Ты чего, прикалываешься? И что мне с тобой делать? Алло, алло. Алло, исчезни, пожалуйста. Ты гляди какая. Черт, нужно бежать. Думаешь? Ну, с твоим бегом мы явно тут далеко не убежим. Блин, жишка, 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 патрон. А куда бежать? Мы прибежали. Что можно сказать? Мы прибежали. А, вот, 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 вот. А спустись, пожалуйста. Ой, упали, 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 упали. Все, все, все. До побачення. Чего тебе надо? Поцеловать тебя хочет. Все, побежали, побежали, побежали. Так. Не-не, малышка, все-все-все, извини. Извини, на первое заседание я не целуюсь, так что... Давай потом уже как-то. Как-то в следующий раз. Ну это бред, ну как мне ее победить? А, здорово. Здорово, как оно. Нет-нет-нет-нет, ты что, издеваешься? Черт, могло быть и хуже. Жесть. Так, что здесь? Во, потрошки. Хорошо, давай перезарядим. Ну, хотя бы две штучки. Не, малышка, конечно, еще такая интересная, но... Ну, не, спасибо. Здорово, Рувик. Мысли. Ты чего? А, ля, падла, мэкнул меня, да? Ага, ага, да. Этот Рувик мэкнул меня. Ну хорошо, сейчас тогда. Погоди, братюня, погоди. Сейчас мы с тобой поговорим. Бонжур. Так, где ты? А вот тут и, да? Ой-ой-ой-ой-ой, уходи, уходи, уходи. Уходи, дверь закрой. Боеприпасов нет. И что делать? Что ты предлагаешь? Что ты предлагаешь, Рувик? Отстань, пожалуйста. Ты
Жесть. Так, давай, следующий эпизод. Кто-то явно хочет отправить меня в больницу. Угу, согласен. Так, у нас тут зеркало, да? Я смотрю, ну... Ну, не знаю, надо ли нам зеркало, у нас, в принципе... Во. У нас мало с вами этих, как его... мозгов, так что... Не знаю. Мало мозгов в баночке. Важное место, как же. Наверное, хватит нам чисто на прокачку места. Вы давно к ней заходили? Ой, отстань, женщина. Ты даже не представляешь, что со мной только что было. Так, 4400 мозгов. Хорошо. Или это варенье, я не знаю. Так, запас, патронки, да. Мне нужен дробовик, патроны. Так, 400, да? Вообще ничего не могу прокачать. Ну и ладушки. Все, хорошо. Ну хотя бы запас. На дробовик прокачал. И то отлично. Привет. Давай сюда. Сохранить. Окей, побежали. Так, ну. Все, уходим отсюда. А у нас с вами проблемка. У меня вообще нету ничего, да? Ноль. И пять штучек. Бонжер. Так, а ты на меня не нападешь? Кто тут? Кто тут? Тебя сжечь нельзя. О, патроны. Слышь, а где малыха делась? Так, а где малыха делась? Не понял. О, здорово. А ты куда? Погоди. Что за жесть тут происходит? Так. Привет. Что у тебя есть интересного? А у тебя нету ничего интересного. Ну и ладушки, пойдем отсюда. Да. Тогда пойдем отсюда. Тут сейчас, наверное, будет, да? Будет какой-то мини-босс. Так, привет. Привет, Андрей. Так. Ну? Алло. Ой, ё-моё. Падла. Гори. Так, о, варенье нашли. Хорошо. А с тебя больше ничего не выпадет? Не, жалко. Ага. И у меня три патрона осталось. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, предлагаю, значит, их монстров не трогать, а просто... Просто пробежать. Ага, здорово. Давай, уходи, уходи куда-нибудь. Пожалуйста, уходи. Ну? Падла, иди сюда. Думаешь, я тебя боюсь? Думаешь, я тебя боюсь, падла? Нет, я тебя не боюсь. Ну? Стой! Падла, потратил патроны на тебя все последние. Отстань, маленьких обижает. Где ты? Лови. Лови.
Отстань. Но... Да, ты можешь появиться. Жесть. Это я сделал? Интересно, это я сделал с ним? Вот это тебя вштырило, да, я смотрю? Так, а забери варенье. Да хватит, хватит, забери варенье, давай, пошли отсюда. Во, 2300, это отлично. Так, мы тут были, по-моему, да? По-моему, мы тут были. Но можно чуточку быстрее, да, мы тут были. Он прям как у себя дома ходит, спокойно так, без паники. Так, куда мне нужно? Ага, вот куда нужно, понял. А у нас как бы все, нет ни потрошков, ничего. По-моему, два болта осталось, да? Да, два болта осталось и все. И как бы усё, конечное. Похоже, мне нужно спуститься. Думаешь? Может, тут останемся? Угу, нету ничего. Здесь тоже нету ничего. Во, хорошо. И... Так. А что это прыгало там? Что это там за попрыгунчик был? Так, а можно... Ага, ля. Ну ладно, я все равно эти штуки не собираю, так что. Так что пусть себе оставят. Охотиться за ними явно не буду. Ну, проходи. Контрольная точка. Дай угадаю. Сейчас нужно будет включить, наверное, электричество, да? Заперто. Нужна ключ-карточка. Ключ-карточка. Я думал, нужно будет включить электричество какое-то. Ага, опять начинается, да? Опять начинаются вот эти кровососы. Блин, конечно, эта штука прикольная. Что они загораются, но... Ну не меня ж. Так, и где же ключ-карта здесь? Где тут очки карточка? Ага, потрошки вроде вижу, да? Да, вижу потрошки, отлично. Здесь тоже вроде можно открыть. Да, отлично. Все, пробел. Предлагаю перезарядиться. 8 потрошков. И, по-моему... Один в дробовике есть. Да. И давай используем с тобой вот это вот. Все. Пошли. Так, кто это? Ага, опять вот это вот чудовище, да? Опять вот это вот чудовище. Не-не-не-не, отстань, пожалуйста. Отстань от меня. Отстань от меня. А ну давай. Открывай дверку. Ну давай. В смысле? Алло, придурок. Ах ты. Патла. Ручкой по лицу. Дядю, да? Ой, да отстань ты, не хочу я с тобой. Быстрее, пожалуйста, сзади монстр. Забери стрелу. И пошли отсюда, все. Пусть сами с ними разбираются, но это бред. Ну я все понимаю, но делать кровососа из этого, из сталкера, ну... Вообще не прикольно. Так, подобрать
Ключ-карта есть, хорошо. И за нами кто-то еще наблюдает. Так, есть 5 патрошков, отлично. Все, побежали отсюда. Просто побежали. Не-не-не-не-не, даже не рычи на меня. Блин, ну ты ж не в ресторан заходишь. Можно немножечко как-то побыстрее это все делать. Все-все-все, до побачення. Все-все-все-все-все-все, уходи. И дверь закрой. О, Рувик, здорово. Как оно? Слышь, Рувик, где эта мадама шестирукая? Как ее, кстати, звать? Понял, не хочет Рувик со мной общаться. Так. Жесть, только не рыщи, сейчас я буду с этой мадамой. Ага, и шо? Так, бонжур. Прикольно. Я правильно все делаю? Что такое? Что случилось? Так, что-то подобрать можно. Стой. Ага, пробел. Ой. Ой, я таки извиняюсь. Я правильно сделал? Или неправильно? Так, что тут вообще делать нужно? Ага, доктор, мозги что-то, да, тут? Что-то мозги смотрит. Ладно. Ну. Я, конечно, не знаю, правильно ли там нажал, либо неправильно, но... Так, мозги. И шо? Давай сюда. Ой. Уже второй. Я честно не хотел. Прости, пожалуйста. Честно, прости, пожалуйста, не хотел. Угу, тут тоже что-то непонятное. Бонжур. Так, шестеренки, да? Ой. Я втройне извиняюсь. Реально, я извиняюсь втройне, я не хотел. Надеюсь, вы меня простите. Так, шо? Шоха. Он лежит. Классно. Пусть лежит. Все, пошли дальше. Наверное, все-таки правильно сделали. Значит, все-таки правильно. Ля, 6500. Да ты шо. О, Рувик. Джозеф. Слава богу, ты цел. Не знаю, кто я, но явно не цел. Ты меня сюда принес? Боже, что случилось?
закружилась, голова словно... Словно... Ты это слышишь? Нам нужно уходить. Идти можешь? Да, я... Джозеф! Угу. Жесть. Теперь мне лучше. Так. Все, ну тихо-тихо. А я тебе тут не помешал? Чем ты тут занимался? О? Так, ладно, все. Пошли отсюда. Надо выбираться, да поживее. Да, я согласен, да. Идем, Джозеф. А может Джозефу оружие дать? Джозеф. Ты здесь? А, Джозефа есть, да, оружие? Так, давай мы тебя полностью подхилим. Так, Джозеф, погоди, не понтуйся. Мы тоже используем сейчас с вами лекарства. Так, о, Джозеф, а ну, фаеру. Ну? Ой, Джозеф, беги! Хэштег Джозеф, беги. Джозеф. Джозеф. Алло. Твою ж. Ну прекращайте, ребят. Ну я ж пошутил. Чего вы сразу вот это начинаете? Ну реально. Дядя шутит. Все, до побачення. Хорошо как. Джозеф. Ты тут? Во, здорово. Ты видел, видел, как я их? Не? Понял, не видел, ну и ладно. Ага. Окей. И что ты предлагаешь? Хитро. Зачем ее вообще заминировали? А пройти-то мы тут сможем? Отойди. Попробую обезвредить. Угу. Пока мы тебя обезвреживаешь, на нас будет зомби, да, нападать, я так правильно понял? Да ты шо, ля. Тупо хацкер, отвечаю. Так, шик-шик, стук-стук-стук, класс-класс, и все, и дверь открыта. Что это за звук? Какой-то будто электронный. Джозеф, после случая с Коннелли я подумал... Я не знаю, что на меня нашло. Я плохо себя чувствовал, но... Слушай, давай сначала выберемся. Здесь творится какая-то чертовщина. Да. Жесть, еще напала на меня, падла. Ты смотри, я тебя мэкну. Будешь со мной вот это вот так. Полезли. Джозеф, давай, не отставай. Так, хорошо. Что у нас тут? О, сюда. Так, контрольная точка. Отлично. А здесь у нас что? А здесь у нас прокачка, да? Правильно я понимаю? Да, здесь у нас прокачка. Ладно, давай. Давай, давай, попробуем. Мало ли, можешь... Я так и знал. Что-то сможем прокачать с вами. Да, да, да. Скучала?
Сейчас я к тебе подойду. Делай пока какаушку. Так, 6800, отлично. Здоровье, 5 косарей. Да, наверное, давай. Немножко бахнем по здоровью. Так, оружие. Скорострельное, все время перезарядки, емкость магазина. Может, емкость магазина? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Емкость магазина 2. Да, давай, наверное, в емкость магазина, да, пойдем? Либо в запас, я тут и вот... Вот это вот, я думаю, ага, в запас мы не пойдем, тогда в емкость магазина пистолета давай. Да, отлично. Все, вставай. Так, а ну-ка, дай мне пехоль. Давай перезарядимся. И пошли сбегаем с тобой, заберем патрошки, там остались. Ой, чуточку быстрее, пожалуйста, дверку открывай. О, молодец, умничка. Так, у нас тут... Во, пригодились, да? Да, пригодились. А у нас нету, да, ключика нету. Ну и ладушки, может, потом найдем. Так, я предлагаю, давайте мы сохранимся с вами и уже продолжим в следующей серии прохождение. Так как и так серия, я думаю, уже затянулась. Так что все, ребят. Всем спасибо, всем пожалуйста. Если что, в следующей серии уже продолжим. Все, давай, малых, говори, всем пока-пока. Понял. Все, всем пока-пока.